Проблема биоэтики сегодня, век развития научных технологий и одновременно утраты традиционных ценностей, как никогда актуальны. Одна из них – проблема эвтаназии, добровольного ухода из жизни. Отношение к этой практике сегодня в мире неоднозначно, от ее полного неприятия до оправдания. Между тем, в Голландии к закону о легализации проституции однополых браков в 2000 году добавился еще один, позволяющий уход из жизни тяжелобольных пациентов при помощи медиков. По решению суда врач, умертвивший или способствовавший самоубийству своего пациента, при определенных обстоятельствах не признается виновным. Однако многие врачи по этическим или религиозным убеждениям отказывались выполнить последнюю просьбу пациента. Теперь же, чтобы обеспечить полную в кавычках свободу человека, в Голландии начнут действовать мобильные бригады эвтаназии. В телефонном разговоре наш корреспондент Александр Малороднов попросил прокомментировать эту тему секретаря Гаагской и Нидерландской епархии отца Григория Красноцветова. Почему так происходит? Почему целое государство принимает на государственном уровне закон, позволяющий человеку идти против Бога и против Духа Святого, лишая себя жизни? Свобода от человека ставится во главу угла, да? Но свобода в искаженном понимании. А то, что здесь понимается под свободой, это свобода падшего греховного человека. Вне зависимости от того, где мы находимся и в каком окружении. Человек, если христианин, особенно православный христианин, он прекрасно понимает, что первый шаг – это вот такая эвтаназия, ограниченная набором каких-то законов, рамок, да, а потом это через 10 лет, 20 лет скажут, а зачем нам законы, мы сами с усами, и начнут всех подряд отключать.